Игра была от ножа, да. Нам уже, как говорится, отступать некуда, у нас уже плей-офф начался, нам задачи какие-то выполнять определенные. И, в общем-то, ребята сегодня действительно играли от ножа, ну, так самоотверженно играли. Конечно, были огрехи какие-то определенные, но по самоотдаче, конечно, очень здорово. Не хочу сказать, что умирали, но они должны все-таки играть, а не умирать. Вот. А сегодня они, в принципе, свою задачу выполнили. Ну, к сожалению, не смогли, да, порадовать наших болельщиков. Проиграли игру за счет индивидуальных ошибок. И, к сожалению, мало, да, забиваем голов, не залазим, да, такие мусорные голы, не залазим под кожу соперника. Этого, к сожалению, в последних играх и не хватает. Ну, сумбур, я не сказал так, чтобы какой-то сумбур. Соперник очень плотно играл, да, больше играл от обороны, больше играл на контратак. В принципе, они это и показали, сделали два гола, да, кроме большинства. И здесь, может, с одной стороны легче играть. Я еще раз повторю, что в таких играх, где соперник играет больше, наверное, от обороны, нужно вот именно такие голы, которые, к сожалению, они забиваются. Трудно, но их необходимо забивать в таких играх. У нас этого сегодня не было.